Завтра в Волгограде пройдет один из самых динамичных и зрелищных проектов российского военно-исторического общества «Дрифт-шоу». Гонки посвящены 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Сегодня организаторы зрелища раскрыли журналистам детали предстоящего шоу. Рев моторов, запах сжженной резины, красивые автомобили. В середине мая в России стартовал автопроект «Спасибо за победу». Гонки, которые пройдут по всей стране, необычны. Лучшие пилоты из команды «Раунд X», среди которых знаменитые каскадеры, покажут уникальное шоу, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. Ну, на самом деле это довольно-таки яркая и красочная программа, подготовленная и созданная нами лично, нашей командой. В основном это будут элементы каскадерского, такие проекта и элементы дрифта. Дрифт – динамично развивающаяся дисциплина автоспорта, основана на контроле автомобиля в управляемом заносе, отличается яркой динамикой и зрелищностью. Сегодня дрифт очень популярен среди молодежи, поэтому организаторы Российского военно-исторического общества используют эту дисциплину в том числе и в целях патриотического воспитания. Так в шоу примут участие 6 спортивных болидов, названных в честь героев Советского Союза – Зайцева, Кожедуба, Гастелло, Лаврененко, Матросова и Покрышкина. Вся техника и средства для транспортировки стилизованы под военно-исторический тематику. По словам представителей областной администрации, поддержавших идею проведения у нас дрифт-шоу, проведение его в год юбилея победы наполнено особым смыслом. Акция – это очередной раз дань памяти героям Советского Союза, солдатам, всем тем, кто завоевал нам с вами мирное небо над головой. Завтрашний проект – это очередная возможность детям, молодежи, да и всем гражданам еще раз напомнить о той великой победе, которая была у нас в 1945 году. Начало дрифт-шоу в Волгограде 6 июня в 12 часов дня у торгово-развлекательного комплекса «Акварель». Завершится проект в середине июня. Торжественное заключительное шоу команда продемонстрирует в городе Санкт-Петербург.